После распада СССР утрата идеалов стала причиной определенного духовного вакуума, который возник на месте ушедшей идеологии. Этот вакуум мгновенно попытались заполнить представители разного рода нетрадиционных религиозных систем. Мы живем в обществе, где человек волен следовать религиозным убеждениям по своему выбору и в силу своей индивидуальности, убеждений и верований. Тогда возникает вопрос, каким же образом нетрадиционные псевдорелигиозные объединения своими учениями привлекают людей в свои ряды? Оппозиционные по отношению к устоявшимся религиозным направлениям, церквям, конфессиям, течения называются сектами. Деструктивные секты – это такие религиозные структуры, которые основывают свою деятельность на подавлении воли верующих и полном контроле их мыслей, чувств и поведения. Для сект характерно настроение избранничества, претензии на исключительность своей роли, доктрины, идейных принципов. Тенденция к изоляционизму, активной миссионерской деятельности. Как правило, отсутствует особый институт священства. Лидерство считается харизматическим. Руководители этих организаций нередко претендуют на роль живого Бога, Мессии, небесных избранников. Они появились в Беларуси сравнительно недавно, около двух десятков лет назад, и нашли для себя благодатную почву, которой стала религиозная безграмотность. Представители традиционных религий и государственных органов не смогли вовремя распознать приближающуюся опасность и спохватились уже тогда, когда это явление пустило глубокие корни. Сегодня мы расскажем об истории одной семьи – сектантов. Именуют они себя «шелковцами». В специальном репортаже речь пойдет о семье Мельник. Некогда ее глава Константин решил выйти из этой секты, заплатив при этом большую цену. Эта история началась на Украине. Ну, в секту я попал, меня туда затянул друг. Он меня очень долго убеждал туда попасть, мне не хотелось, но убедил в конечном итоге. Я был в Украине, моя будущая жена была в Беларуси. Она здесь узнала про секту в Могилеве, в городе Могилеве. Нас познакомили, поскольку я, ну, как они говорили, обо мне были большие планы, там по карьерной лестнице и так дальше. И нас познакомили, вот с Олей поженили. Где познакомили? Здесь, в Беларуси. Вы приезжали в Могилев? Да, меня брали сюда в Могилев, как бы перспективного ихнего будущего там служителя и так дальше. И я посещал здесь в Могилев, чтобы помогать людям приходить в секту, ну и дальше проводить их, в общем, обрабатывать, проще говоря. Валик! Так, будешь послушный, потом возьму твой раз. Следующего раза уже не будет. Константин уезжал в Херсон по личным делам и не знал, что прощается с семьей навсегда. Назад он вернется в свой дом, где уже не будет жены Ольги и его троих детей. Таких, как Константин, в этом мире единицы. Один из немногих, кто не продал свою душу. Семья Мельник была разделена надвое. В одночасье любящий муж, отец, стал исчадием ада. И вот уже 6 лет он борется за то, чтобы восстановить порушенное. Ради одного, чтобы его дети не повторили его судьбу. Город Могилев. В этом доме, по заверениям Константина, они с Олей сыграли свою свадьбу. И именно здесь проводились собрания. Возрастной контингент, какой в секте представлен? Вы знаете, очень много молодых. Да. В основном вот за счет рождения. Вот здесь в Могилеве очень много молодых. Ну и, конечно, они ставку делают в основном на молодых. Конечно, они хотят, они там, если работают с баптистами, с адвентистами, с православными, они хотят все-таки к себе затянуть за молодых. Ну, понятно, почему? Потому что это перспективные люди, это и так дальше, на них не надо затрачивать заботу и так дальше. После разлуки семьи Мельник жена Константина Ольга с детьми поселилась вот в этом доме в городе Могилеве. Здесь живет ее мать. Мы пришли в гости в день рождения сына, однако дома никого не было или просто не хотели открывать. Уже уходя, удалось пообщаться с соседским мальчишкой, который учится в одной школе со старшими детьми, а также с лучшей подругой их семьи. Получается с ними играть, встречаться на улице? Да, мы когда ходим в одной школе, и с ним гуляем.
Причиной этого, говорит Костя, стал мой приезд. Они создают картину, что вот мы прячемся, мы такие гонимые, нас так в секте учили. Когда мы были в секте, их сейчас учат, создавайте себе образ таких вот гонимых. И им разрешено лгать, разрешено клеветать. Почему? Потому что я восстал против руководства секты. А руководство секты – это не просто люди, это полубоги. Это воплощенные Христы по их учению. Практически я предал Христа. Вестевого, духовного, как они там ее называют. Я Иуда. И она должна во имя вестевого Христа Иуду уничтожить. Потому что Иуда может помешать вестевым Христам. И она считает это долгом своим. Мы дружили, мы что-то дико одинаковые. В школу ходили вместе. Так что мы дружили. Где-то на 20 мы так дружили. А когда вы заметили, что у нее что-то изменилось в поведении? Ну, вот они какую-то цирку пошли, поэтому так как-то религиозные убеждения как-то изменились. Поэтому мы такие стали не такие, как были. То есть перестали общаться, хоть друг другу? Они такие вот общительные стали, избегают общения. Здрасте, и все, и пошли. Не находим контакта. Нормально, я хочу сказать, что она очень аккуратная, такая порядочная, честная. И детей своих так воспитала хорошо. Они очень такие порядочные люди. И вот так чистенько картили, все, они нормальные, такие, честные, такие работящие, такие, ничего плохого не понимаю. Но вот потом что-то изменилось с ними, и мы не стали общаться. Это уже вопрос совести. И дети тогда растут для секты, они потом завтра моих детей сыну скажут то же самое сделать с сестрой, матери 30 от Владика, Владику 30 от матери. То же самое, что сейчас со мной происходит, они скажут любому моему члену семьи, моим детям, моей жене, чтобы они сделали друг друга. Я этого не хочу. Я как отец должен добиться, чтобы дети были независимы, свободны. Битва, как ее называет Константин, идет уже 6 лет. Результат – несколько мимолетных встреч с детьми, которые некогда любимого отца сегодня боятся видеть. Супруга Ольга теперь встречи также не разделяет. И вправду, от любви до ненависти – один шаг. Мы сейчас видим, как соблюдается закон изоляции, но это уже совсем хорошо. Нож брось! Какой нож? Вот моя рука, Оля, где нож? Вот вторая рука. Какой нож? Вам клеветать разрешают? Секты – организации, имеющие сильную организационную структуру, институт постоянного членства, систему норм и правил морально-этического поведения, а также всесторонне развитое вероучение, охватывающее все сферы бытия человека и мира. Вы работаете там, где вам скажут, общайтесь с теми, с кем вам разрешат, делайте только то, что скажет секта, и регулярно отдаете ей часть своего дохода. Им отдается 25% от любого заработка 25%. То есть 2 десятины и 5% пожертвований. Ваша машина, ваш дом – это ихние. Секты имеют религиозную направленность и допускают возможность тотального пожизненного вовлечения человека в свою деятельность с изоляцией от внешнего мира. Такие рабы у дьявола на послушании. Как вышли оттуда в секту? Самое интересное, что я не собирался выходить. Я был фанатиком. Как и фанатик моя жена. Я просто прочитал статью вот этого зятя, которого исключил Шолков, случайно. И у меня возникли вопросы. Я сказал, я был в Херсонской области и покупал нам дом для семьи. И я звоню в Киев своей жене, говорю, Олечка, когда я приеду в Киев, просто между прочим, говорю, я даже знаю, чем это для меня все закончится. Олечка, когда я приеду в Киев, я хочу поговорить с руководством, потому что я прочитал статью, они запрещали эти статьи читать. И я поговорю с ними. Они поняли, насколько это серьезно. Вот за то, что я прочитал эту статью, за то, что я знал, они понимали, что когда я вернусь в Киев и поговорю со своей женой, жена узнает правду, выйдут ее родственники и пойдет подцепная реакция. Вот за это они, пока меня не было дома, они обрабатывают ее, говорят, внушают ей, что твой Костя Иуда, ты должна от него третиться. И они говорили так, а ты уверена, что сейчас Костя пока там тебе не изменяет? То есть посеяли сомнения. И ее обработали за 2 недели, у меня не было дома. И за эти 2 недели ее подготовили, и она уже стала моим врагом. Уже 6 лет Константин пытается наставить бывших единоверцев на истинный путь. Результатов пока немного, однако останавливаться он не намерен. Ведь другого метода нет, считает он. Я как отец должен добиться, чтобы дети были независимы, свободны.